Во время реставрации фасадов исторического центра в прошлом году специалисты удалили элементы лепки 16 зданий. Для хранения лепнины выделили складское помещение, которое находится под Потемкинской лестницей. Здесь элементы расположены по фактическим адресам, у каждого имеется бирка, на которой зафиксировано их точное месторасположение на фасаде. Преимущество именно этого помещения в том, что внутри отсутствует влажность, которая и является главной причиной аварийности фасадов. Волога середовище нашого міста негативним чином відволікається і на самому стані цих елементів. Звісно, основна причина аварійності – це замокання. Це може бути і природний шлях. В тих містах, на тих адресах, де це замокання спричинялося несправною системою водовідведення, ми цю систему водовідведення замінили або прочистили. В ближайшее время помещение планируют отремонтировать, добавить стеллажи. До реставрации лепнина будет находиться здесь. Опасные элементы фасада восстановят, либо по их слепкам сделают новые.